четкость нести. Так. Гидравлика. Ну грязно, но вы же тут порядок не наводите никогда, правильно? Ну, пропылесосите. Уберетесь. Давай это. Так, максимальная толщина грешрубки 2,5, да? Ну, насколько прижим поднимается? Просто ну, что бы, да. Потом двигаешь, шпон цепляется за нож и сдвигается. Неудобно. А так можно и больше. Не, ну больше ты и не запихаешь туда принципиально. Ну, смотри, 3,5 до ножа, понимаешь? А, до ножа, да? Да. Что будем рубить? Да, что хочешь. Что у тебя есть? Это надо длинную рубить. Длинную, да, рубани. Пару рубов сделаю, сейчас со стороны сзади с прижима сниму, как опускается. Видно, наверное, не будет. Нет, здесь видно, я потом с той стороны еще один, еще раз рубанешь. Ну давай. Это вы обычно для, когда большие рубашки составляете, этой гильотиной пользуетесь? Ну, если больше 2-300, то... Ну, давай тогда. Узенькую полосочку красивую отруби. А это материал какой-то, орех, да? Это идет как? Это идет на флисе или это шпон натуральный? Натуральный, натуральный шпон, да? Ну-ка, показывай полоски. О, ровненькие, красивые. Ясно, все, спасибо большое.